что же за судьба ожидает нас, если демоны могут разгромить нашу армию без особых усилий? Падут ли души мертвых, и уйдет ли наше время безвозвратно? Должна же быть возможность одержать победу, чтобы наш народ мог жить и развиваться. Я должен это выяснить. О, смотрите! Это цитадель ангелов. Там живет Садиэль. Он отважный и благородный противник. Я должен найти его. Если я не могу уничтожить Баала, возможно, он сумеет. Снова вы. Я думал, мы схватили вас. Меня спасли братья, и теперь я здесь защищаю свою землю. Я должен поговорить с Аделем. Я не хочу сражаться с тобой. С чего бы моему господину разговаривать с тупым мешком костей? Потому что если я не сделаю этого, ваша цитадель будет разгромлена демонами еще до рассвета. Нам не нужны ваши советы.
Защищайтесь! Кто вы такой? Что вам нужно? Я Дракус, командующий душами мертвых. Наша империя пала под ударами Баала. Империя? Вы осмеливаетесь называть империей пыльный каньон с парой камней? Возможно, нам не хватает архитектуры и красоты, но мы компенсируем это храбростью. Что привело вас сюда? Что вам от меня нужно? Я здесь, чтобы предложить вам союз в борьбе против властелина Баала. Союз с попрошайками? Зачем мне это? Потому что я уже сражался с ними и знаю, как их победить. Что не помогло вам в последний раз, как я понимаю? Ублюдок! Это оскорбление не останется без ответа. Садиэль, прекратите эту бессмыслицу сейчас же! Кто это? Это я, Габриэль, твой владыка. Грядут трудные времена. Времена, когда союз будет полезен. Позвольте помочь вам, Садиэль. Вы не сможете сражаться с ними в одиночку. Поскольку мой владыка приказывает, я буду сражаться на вашей стороне. Но вы же один. Я один, но мои друзья многочисленны. Let's go.
Вашим рубежом.